Сауна вспыхнула на Свердловском проспекте, дымом заволокло все двухэтажное офисное здание. В МЧС рассказали, что до прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 10 человек. Медицинская помощь потребовалась сотруднице сауны. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. На месте работало 6 машин и 24 пожарных. Чтобы попасть внутрь, сотрудникам МЧС пришлось спиливать двери. Ваня, давай! Еще два газонасчетника. Ваша задача еще один на верхний этаж. Причины возгорания выясняются. Известно, что в офисном здании также находились спортивно-оздоровительный комплекс, автосервис, автомойка и школа танцев. Громкий хлопок и яркая вспышка стали причиной переполоха в Копейске. Ночью жители проснулись от странного звука. В районе Тугайкуля услышали какой-то взрыв. Из-за этого на машинах сработала сигнализация, а дети напугались. В МЧС сообщили, что им сообщений не поступало. А что же это было, остается только гадать. Возможно, кто-то взрывал здесь петарды.